Вітаю! Цього тижня, 28 квітня, починається транзит Венери в Овні. Він триватиме до 6 червня. У різні роки цей період випадає на різні дати. Але саме в цей час пари спіткає найбільше серйозних конфліктів і навіть розлучень. Люди під впливом планет стають вкрай запальними, емоційними, схильними до прийняття різких рішень. Я розповім жінкам, як поводитися в цей період з кожним з представників зодіакального сузір'я, щоб зберегти стосунки. А також відкрию рейтинг знаків зодіаку, найбільш схильних до розлучень. Почну з раків. Це найменш схильний до розлучення знак зодіаку. Ракам зазвичай не властиво поспішати з одруженням. Але якщо рак зважився на шлюб, це вже назавжди. Але у період Венери в Овні чутливість і лякливість раків загострюється. Буде помилкою пробуджувати в ньому ревнощі, фліртувати з іншими чоловіками, проявляти байдужість до його почуттів. Максимально проводьте час з чоловіком удвох вдома, в атмосфері сім'ї. Відомий голівудський актор Тобі Маквайр – типовий представник раків. Розлучився після 9 років шлюбу через конфлікт, що стався у час, коли Венера здійснювала транзит в Овні. І астропрогноз для раків на цей тиждень. Цей тиждень дуже сприятливий для закінчення розпочатих справ і проєктів. Просування можна очікувати навіть у тих питаннях, які довго чекали своєї черги через постійність. Ні, перешкоди й труднощі. Також цей період ідеально підходить для того, щоб позбутися шкідливих звичок. Наступний знак у рейтинзі – лев. Леви – сімейні люди. Вони не схильні до зрад. Чоловіка лева цікавить рівноцінна партнерка. Одна і на все життя. Але у період з 28 квітня до 6 червня жінкам левів потрібно бути уважними. Якщо лев не відчуватиме у вас гідного партнера, може замислитись над пошуком іншої пари. І у період Венери в Овні варто зайвий раз нагадати своєму левові, що ви теж левиця. Заявіть про сміливі наміри почати вчити іноземну або піти на курси з водіння. Візьміться освоювати щось нове. Для лева має бути очевидною наявність у вас амбіцій і впевненості в своїх силах. Актор Девід Духовне, лев, офіційно розлучився з дружиною через тиждень після того, як закінчився транзит Венери в Овні. І астропрогноз для лева на цей тиждень. Зірки обіцяють левам удачу у питаннях, пов'язаних з грошима. Ваше фінансове становище, вірогідно, помітно поліпшиться. І багато в чому це може статися за рахунок успіхів у професійній діяльності. Також не варто відкидати поради близьких. Пам'ятайте про те, що в даний період ваша інтуїція – не найкращий порадник. На 10-му місці нашого рейтингу – Козиріг. Дружина Козирога завжди буде впевнена, що чоловік залагодить усі побутові проблеми. В цілому Козироги належать до надійних чоловіків. Однак і їх іноді спіткають розлучення. Для них вельми важливий домашній затишок. Якщо затишок є і побут налагоджений, Козироги здатні прожити все життя в одному шлюбі, навіть якщо почуття вже не ті. Але якщо затишку немає, готові до розлучення. Тому період Венери в Овні потіште свого Козирога смачними обідами і вечерями. Приділіть особливу увагу чистоті в оселі і добрій атмосфері. Яскравий приклад Козирога – актор Мел Гібсон. Після 29 років шлюбу він офіційно з'явився на людях з іншою жінкою, через яку згодом залишив дружину. Це сталося у період Венери в Овні. І астропрогноз для Козирогів на цей тиждень. Цього тижня Козироги зуміють відкрити в собі нові грані. Не бійтеся ризикувати і братися за незвичні заняття. Зірки обіцяють успіх у таких починаннях. А ось до вирішення фінансових питань постарайтесь поставитись з максимальною відповідальністю. Є велика ймовірність непередбачених витрат, а тому від спонтанних, незапланованих покупок краще відмовитися. Таким чином, рак, лев і козиріг належать до трійки найменш схильних до розлучення знаків зодіаку. А зовсім скоро ви дізнаєтесь, які знаки відносяться до трьох інших груп, більш схильних до розлучень. Лише сьогодні
Наші експерти кидають виклик пікнікам. Четверо сміливців обіцяють увесь тиждень готувати унікальні страви на мангалі, якими можна нагодувати великі компанії. Але головне, що вони мають укластися всього у 100 гривень. Відкриває сезон пікніків просто зараз Євген Клопотенко. Сегодня мы на природе. Наконец-то я так ждал этого времени. Можно приготовить что-то вкусное и недорогое. И мне интересно, с кем же я буду готовить? Кого мне надо отправить в помощники? Наверное, будет или девушка, или женщина. Это мне такое есть ощущение. И какая-то необычная. Так, чтобы я закрыл рот. Она, Надя всегда старается сделать так, чтобы я поменьше говорил. Наверное, начну сам готовить, потому что, ну, я очень голодный. Жень, привет. Алена, привет. Ничего себе, ты сегодня так по-другому выглядишь. Ты как-то так очень casual, что ли, есть такое слово, да? По-весеннему. Когда мне Надя сказала, иди с Женей, он тебе приготовит чего-то вкусненького на природе. Знаешь, Жень, праздничек, ты посмотри на меня, это просто праздничек, понимаешь? Да. Я одела первый раз, честно тебе скажу, новые кроссовки, Жень. Новые кроссовки? Новые белые кроссовки? О, боже, хорошо, теперь я буду сдувать с них пылинки. Женечка, на них главное, чтобы ни уголек не попал, ничего не накапалось. Мне, чтобы сегодня было все чистенько. Чистенько? Хорошо. Я сделаю так, чтобы было чистенько. Я не уверен. Надя, кстати, мне говорила, что ты намерен сделать смелое заявление и накормить приличную большую компанию за 100 гривен. Да, просто нужно уметь искать правильные продукты. Вот у нас маевочка, мы, наши кумовья, близкие, да, с детишками все, мы выезжаем обязательно. Я перестраховалась, скажу тебе честно, Жень. Я пришла одна. Ага. Почему? Потому что накормить приличную большую компанию за 100 гривен. Ну, я хочу удостовериться, что это возможно. Честно, мало верю. Ну, что такое 100 гривен сегодня? Женя, Женя. Начало. Семью хлебами, значит, весь мир я сейчас накормлю. Жень, ну хорошо, не верю. Хорошо, я тебе докажу. Посмотрим. Это что у нас, окорочка? Обычная? Нет, это не окорочка, это голень. Я приготовлю сытное блюдо, накормлю всех, кого ты захочешь. Это будет стоить всего лишь 100 гривен. Два блюда одновременно. Это будут рулетики внутри с овощами. То есть это будет и сразу и гарнир, и основной. Я тебе помогу. Я тебе огонек наговорю, кстати. О, огонек наговоришь? Да. Хорошо. Я тебя научу кое-каким штукам-дрюкам, которые тебе ох и помогут потом. Это мне интересно. Хорошо, я согласен. Кажется, здесь очень мало этих голеней на большую компанию. Ты, наверное, точно сэкономил? Чего мало? Здесь их 20 штук. Жень, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Почему ты мне сказал, что их будет 20? Ты что думаешь, я тебе так сразу все расскажу? То, что я люблю говорить, это не обозначает, что я все сразу расскажу. У меня тоже есть секретик, и я тебе потом их покажу. Потом будем меняться секретами, хорошо? Ты будешь меня заговаривать огонь, а я потом буду рассказывать, что я подготовил. Так, чтобы было все по-честному. Ну что, давай начинать. Давай. Итак, нам нужно взять голень. Жень. Еще у меня к тебе такая просьба. Вот понимаешь, на вылазке на природе все обычно как поросята. Ну, да. Понимаешь, вот это кетчуп здесь, это руки вот так. Но руки у меня, насколько ты понимаешь, инструмент рабочий. Даже тебя о кроссовках предупредила, не дай Господь, понимаешь? Понял. То есть я вот человек аккуратный сама по себе, даже в таких вот, скажем, природных условиях. Мне надо как-то, чтобы это было, ну, знаешь, эстетичненько, аккуратненько, чтобы вот какой-то палочкой, так можно? На природе за 100 гривен всех накормить. Да. Чтобы это было аккуратненько. Я чуть-чуть тебя боюсь, поэтому я исполняю все твои желания, как ты скажешь. Как я говорю тем, кто говорит, я ее боюсь, я говорю, боишься? Правильно делаешь? Правильно делаешь. Итак, голень. А только косточку не отрезаем. И мы делаем такой надрез. Вот так вот. Оп-оп. И зачищаем. Сюда. Вот так. Е-е-е. Очень важно, чтобы был острый нож. Чем он будет острее, тем будет легче. Смотри, как красиво она такая уже. Тут есть некоторые мышцы, которые нужно отрезать. И, в принципе, потом она легко отделяется. Хирургический такой момент, я бы сказал. Да, такой. Хирургия и кулинария. Что круче? Еще одну прожилочку надо снять. И аккуратненько нужно снять вот эту, видишь, ножку. Ну, это надо приловчиться. Я просто считаю, что это надо сделать один раз, а потом как по маслу. Да, я тебе просто показываю, что сначала вот так. Вот видишь, она там... Кстати, Женя, мне Надя сказала, обязательная проверка того, чтобы чек был ровно на 100 гривен. Чек. Никогда их не сохраняю. Вот Надя, Надя! Смотри, чек есть, но сколько, я тебе не покажу. Посмотришь потом. Хорошо. Ты сначала покушаешь, а потом будешь проверять меня, знаешь? Хорошо, хорошо. И проверки, Надя, ну я... Ладно, любовь, только любовь. И начинаем снимать вот так, видишь, мясо, стягиваем его. Мы здесь его надрежем, но очень важно, не до конца. Все, есть. Смотри, вот так аккуратненько
выворачиваем, срезаем. Ты запоминай, потому что ты следующий будешь делать ты. С ума сойти. Ну да, не будешь я все делать. Мы же здесь вместе. Я вообще честно тебе скажу, насколько я люблю природу, все мы выезжаем обязательно. Обязательно вот так вот водичка. Да. Рыбку ловим. Ты любишь ловить рыбу? Да. И какую вы ловите рыбу? Вот такую. Вот такую? Ты знаешь, на самом деле я рыбак, и для меня рыбалка это вообще... Я люблю с папой таких карасей очень хороших. У меня есть хорошая идея. Возможно, мы в следующий раз с тобой встретимся и сходим на рыбалку? Поймаем какую-то рыбу, возможно, что-то приготовим. Жень, а давай. Мне с тобой круто. Мне тоже. Смотри, у нас получилась косточка. Получился такой кусочек мяса. Нам нужно его отбить. У меня есть такой набор. Я с тобой принес. Знаешь, типа... Набор юного маньяка. Да, типа, а что здесь? А сейчас мы отобьем. Отобьем. Нет, нет, я не сумасшедший. Я нормальный. Вот так чуть-чуть отбиваем. Если есть много времени, то нам нужно эти прожилочки поотрезать. Если его нет, можем этого не делать. Хоп. Как интересно, слушай. Вывернутые ножки курицы. Давай ты попробуешь. Держи нож, держи ножку, а потом я буду гадать. Ладно. Ты поняла? Извини, да. Да, только ногу не отрезай. Ногу очень важно. Эту какую ногу? Не, все хорошо ты делаешь. Ты делаешь я делаю все правильно. Все правильно, да. Я очень прилежный ученик, понимаешь? А это очень, и очень даже старательный. Видишь, на самом деле я эту косточку оставил, помимо того, что это будет красиво, это еще можно будет так кушать, понимаешь? Чтобы руки были чистые. Это очень важно. Я делаю все, как ты просила. Идеально. Скажи мне, а что мы будем делать, если у меня не получится? Что мы будем делать? Тогда будешь наказан. В столовку пойдем. В столовку? Да, в пельменную, в ближайшую. Нет, 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 нет. Я такой, знаешь, начал гореть. Нет. Или пойдем на трассе чебуреки купим, понимаешь? Фу-фу-фу-фу-фу. Да, нет, все, извини, извини. Теперь нужно делать надрез посерединке. Смотри, а с какой стороны мы надрезаем? С вот этой нарезаем? Да, да, это большой, хорошо, да? Так, смотри, какой кайф. Смотри, как ты быстро я правильно все делал? Да, молодец. Видишь, теперь... ученик превосходит своего учителя. О, боже, да. Держи, надо чуть зачистить здесь. Вот, а вот это, да? Да, вот так вот. Ну да, чтобы косточка была максимально голенькая. Супер. О, вот так вот прям води по ножу. Хорошо, держи. Я, да? Да, давай. Мочи. Давай, давай, убиваю. Ну только так, не сильно, чтобы не отпала косточка. Не сильно, да? Ну так, чуть-чуть, с любовью. Супер, идеально. Давай будем делать... Я себе покрасивше. Вместе. Командная работа. Teamwork. Так. Только не говори, что мы делаем это на скорость. Нет, нет. Я, наоборот, на скорость не люблю. Делаем что-то приличное. Да. Скажи мне, а пока я тут рядом с тобой, коль ты уже пришла, мне уже интересно. Возможно, ты скажешь, что меня ждет в будущем. Может, ты как-то знаешь, видишь. Но только если хорошие. Если, а если не хорошие, то... Тоже говори, но я буду расстроен. Значит, смотри. У экстрасенсов есть такое золотейшее правило. Если, ну вот, мяско сырое в руках, то мы не работаем как в качестве просмотра будущего. Вот когда мяско поставится у нас на огонь... Ага. Вот когда оно будет уже с моим волшебным огонечком разговаривать, вот конечно, тогда я тебе в обязательном порядке выдам прогноз. Потому что сейчас, ну, это будет, ну, немножко неправильно, Жень, понимаешь? Да. Но могу тебе сразу сказать, прогноза не бойся, там будет все отлично у тебя. У тебя будет вообще полное хорошо. Полное хорошо. Да? Мне нравится твой прогноз. Будем отбивать. Ты еще, знаешь, так смело взялся за курицу, но я тебе открою маленькую тайну. Я вообще курицу не очень люблю. Вот честно, вот все любят, а я нет. Я человек активно рыбный. То есть мне, если есть рыба, значит, есть что есть. Курица для меня это скучненько. А это просто, на самом деле, своеобразная вариация на рыбу. Это рыба. Просто это голень рыбы. Ты знала? Курица это вкусная рыба. Просто поверь мне, что это да. На самом деле, я не знаю, что больше говорить. Это, наверное, я уже сразу проиграл. Но если тебе не понравится, возможно, понравится твоим родным. Понимаешь? Давай, держи. Ну, вообще, честно сказать, выглядит это все так интересненько и завораживает сам процесс. Сейчас я буду делать маринад. Мы возьмем, добавим соли, возьмем перца, а потом... Лимончик. Лимончик. Можем вместе, хочешь? Слушай, а не задубит? Нет? Не задубит. Слушай, он такой, ой, это все, сколько сил хватит. Надо. Хватит. Такой лимончик. Лимончик. Есть. Потом возьмем, добавим подсолнечное масло. Будет маринад вкуснее. Смотри, для того, чтобы долго не ждать, я взял перо. Сейчас будем смазывать наши куриные голени. Давай. Супер. Давай, берем. И вот так смазываем. Так, ну что, мы основные этапы уже сделали. Наше блюдо замариновано, и нам нужен огонь. Ты, я помню, с самого начала говорила, что сейчас какой-то заговор сделаешь, и будет какой-то необычный огонь. Я уже не дождусь. Давай это сделаем. Этот заговор использовали раньше, в давние-давние времена, угу, для того, чтобы печь в доме или любые костры, на которых готовится еда, были
так, как бы сказать, служили людям. Потому что огонь может быть уничтожающей стихией, сжигающей. А этот огонь должен нести добро, дарить тепло, радость и делать вкусную пищу. Поэтому не поленитесь сделать такой шепоток на огонь. Давай попробуем. Ставится правая рука. Угу. Прикладывается ко лбу, это твои мысли. Прикладывается к сердцу, это твои чувства, поступки. То есть для родных людей. И просится. Можно с открытыми глазками, можно с закрытыми. Можно при этом смотреть на солнце или на пылающий огонь. Огонь, огонь, иди в мой дом для тепла, для добра, для большого стола. Понял? То есть ты зовешь в свой дом, на свой стол этот огонь, чтобы он тебе принес тепло, добро, большой стол. Ну, большой имеется в виду сытный и вкусный. Этого достаточно. Смотри, как сразу заиграла. Это магия? Стой! Стой, это магия, смотри. Смотри, что происходит. А сразу ветер пришел. Ветер пришел и начал дуть на наш огонь. Смотри, какие угли. Ты меня удивила в очередной раз. Жень, да. Ну, честно, я сомневаюсь. Так хочется, чтобы было вкусненько. Я думаю, что курица может быть суховатенько. Давай сделаем быстренько какой-то такой соус. У меня даже есть фирменный рецепт такой, знаешь, без проигрыша. А ну расскажи. Перцы, помидоры на мангал. Они подпекаются сейчас хорошо, потом шкурку снимаешь и измельчаешь. Для этого действия перчик лучше подойдет или желтенький, или красненький, чтобы соус был такой, знаешь, ну, веселенький. Хорошо. Один перчик и два помидорчика на шампур. Ты говоришь, что это хорошо делать на шампуре, но мой опыт подсказывает мне, что лучше замотать в фольгу и отправить на угли. А чеснок мы сырой возьмем. Пару зубчиков чеснока для вкусного соуса. Есть. Мне все время, Женя, интересно было, как вы вот так вот с чесноком поступаете, так ножиком там бац и вот так. Рукой, ножиком, вот так вот. Готово. Готово. И все. Слушай, ну я со своими руками так не рискну, конечно. Ну да, тебе не нужно. Рабочей силой. Давай дальше, я думаю, нам хватит. Так, далее нам нужно взять перец и будем нарезать его для начинки. Смотри, как я люблю срезать перцы. Вот так вот срезаешь сначала верхушечку, вот так хоп, и потом легко достаешь серединку, выбрасываешь. Держи. И так аккуратно верхушечку срежешь. Я так понимаю, что все должно быть красиво? Да, нужно три цвета, зеленый, желтый и красный. Все, и теперь нужно резать полосочками, для того, чтобы было удобно потом заворачивать, ну, в рулет. Теперь мы возьмем мисочку, пожалуйста, одну. Возьмем соль, перец. Да, отлично. Такой уже салат уже так можно кушать, ты понимаешь? Ну, Может, мы его так съедим. Я уже есть хочу. Ну, подожди, подожди. Нет, нет, смотри, все перемешиваем. И буквально одну минуточку, и можем начинать формировать наши рулетики. Куриное мясо. Потом берем три цвета. Светофор, красный, зеленый цвет. Потом вот так, смотри. Так оно же распадется. Как мы будем это на гриль? Сейчас я тебе все покажу. Не спеши. Вот так вот делаем по два ломтика. Красивенько сворачиваем. Держи. По давай два кусочка отправляй. Я параллельно тебе буду помогать. Да. А я тем временем возьму зубочистки. Мы сейчас заколем наше мясо зубочисткой и отправим на мангал. Я уже держу. Мне уже надо помощь. Итак. О, смотри, давай. смотри. И давай вместе. Опс, одну вот здесь, вот так вот, и одну аккуратненько. Есть, все, отпускай. Ух ты! Да-да, все как получилось. Красивенько. Да, давай уже эту, еще сделаем вдвоем. Так, я должна морально настроиться, нет? Нет, рано. Дай, давай, пока дай. Давай, все, быстро. Есть, и еще вот здесь вот. Оп. Отлично. Есть, отпускай. Отлично. Супер, идеально. Держит. Да, все есть. Ну, а как же ножка? Она сгорит, будет угольная. Подожди. Такая. Что у тебя же должны быть чистые руки, это очень важно. Да. Мы возьмем и сделаем вот такую вот насадочку. Как красивенько. Как на вилочке, да? Насадочка как на вилочке. Смотри, последнюю замотали. Теперь мой секрет еще один. Я же тебе говорил, что на 100 гривен у тебя будет много всего, поэтому я заранее дома приготовил еще 10 гульней и уже их принес с собой. Я специально, чтобы это сделать, для того, чтобы ты понервничала, знаешь? Чтобы не только я нервничал рядом с тобой, чтобы ты тоже понервничала. На самом деле, на 100 гривен мы купили 20 гульней и накормим всех абсолютно, кого ты захочешь. Ну, я люблю, когда все сыты и всем вкусно. Так и будет.
давай пока будем на решетку все выкладывать. Я думаю, прямо здесь можем. Жень, подожди секундочку. У нас же там овощи уже готовы. Я и забыл. Держи. Подержи, подай мне мисочку. Ой, на, быстро. И держи решетку. Быстро держу. Вот, хорошо. Одна голова, хорошо. О, смотри. Они уже готовы. Отлично. Фух. Супер. О, отлично. Как выкладываем? Вот так очень плотно, друг к дружке. Итак, мы будем готовить все двумя партиями. Сейчас отправляем первую партию на мангал. Прекрасно. Мне вид уже нравится. Закрываем. Кстати, мы сейчас, пока это будет готовиться, наверное, быстренько сделаем соус. Конечно, да. Давай. Да. Я отправляюсь на мангал. Твой заговорный огонек все приготовил нам. Я думаю, можем делать соус пока. Жень, ну вот наш будущий соус. Давай, доставай. Тогда горяченько. Разворачиваем быстренько, да? Ага. Шкурочку снимаем, как обычно. Да. И печеные овощи растираем, они с дымком. Ой, боже, какая прелесть. Ой, какие помидорчики. Пригоревшие. Смотри, я хочу попробовать и так. Хочешь? Да. Кусай. Так, может, мы не будем соус делать, а? Давай просто поедим. Ладно, давай, нужно помидоры очистить от кожуры. У них и шкурки вкусные, у этих помидоров. Можно просто, можно есть. Слушай, ну мы с тобой эти, те, кто говорили эстеты, руками не есть. Мы просто проголодались, если честно. Если честно, проголодались, никого про это не скажем. Не, вообще. Теперь нужно очистить от кожуры пиперчики. Слушай, у нас с тобой вообще тандем получается, вообще сумасшедший. Супер, видишь? Да. Хорошо, смотри, очистили. И отправляем. Боже, как я люблю этот сезон. Ну, смотри, ты что, какой аромат. Это вообще. Вот пригоревшее все, знаешь, мне дедушка говорил, Женя, пригоревшее самое вкусное. И я ему верил так. Потом оказалось, что он пошутил надо мной, это я же потом узнал. Я всегда, он жарил картошку, а я всегда все пригоревшее. Жень, а у тебя есть какие-то такие фишки, в чем можно подать соус? В чем можно подать соус? Да. А можно я тебе выдам одну маленькую фишечку. Да вообще мне интересно, я не знаю в чем. Если мы возьмем один сладкий перчик, срежем его вот так, сделаем чашечку и в него нальем соус. Смотри, ты креативная. Ничего себе, ты уже забираешь мой хлеб, ты тут уже рецепты рассказываешь, я точно пойду. А есть какие-то курсы, курсы экстрасенсов? Нету такого? Стой. Есть. Я чувствую, что курица горит. Я уже экстрасенс. Горит, да? Вот, видишь? О-о-о-о. Смотри, как... Ой. А какая она красивущая. Слушай, это вообще. Слушай, а пахнет реально вкусно. Смотри, ступочка у тебя маленькая. Да. Здесь в ступке мы перетрем обычный наш чесночок с солью и перцем. Давай, стой. Соль, оп-оп-оп, посолили и поперчим чуть-чуть. И мне нравится, Жень, что ты готовишь очень быстро. У тебя такие ловкие отточенные движения. А я возьму, если надо, чтобы оно было как-то как каша, правильно, кашеобразное такое состояние. Так давай я возьму молоточек и буду просто давить, оно же все теплое. Конечно. Итак, у меня все. Давай, я вот так надо чуть-чуть его помять. На самом деле, есть мексиканские рестораны, там сейчас очень модно делать все на природе, потому что у них там постоянно тепло. И я видел один рецепт, когда вот таким молоточком они просто перетирали, делали соус. А если есть камни какие-то чистые или хорошие, знаешь, берут камнями и перетирают. Да, это очень крутая штука. А я еще хочу кинзу нарезать и что у тебя там есть еще? Ну смотри, мясо уже готовится. Может, ты все-таки мне погадаешь уже, нет? Я, конечно, дам тебе кинзу. На, кинзу держи. Давай. Держи кинзы. Без кинзы гадать не буду. Я тоже уже кинзы хочу. Говори, что это кинза, что там еще твой прекрасный соус? Возможно... Петрушечка. Петрушечка кучерявая. Знаешь, есть не кучерявая, а есть кучерявая. Кучерявая петрушка, ты как я. Давай. И у меня снова экстрасенсорные возможности. Чуйка. Снова надо перевернуть курицу. Улетает. Хорошо. Улетает. Смотри, у меня все улетает. Давай. Я буду дальше переминать. Ну, кстати, по-моему, получилось. Смотри, какое яркенькое. Да. Смотри, ну, можно его измельчать дольше. А ну, чеснока нормально сейчас? Ты же не добавила чеснок? Добавила. Вот он. Чеснока нормально. Слышишь, а я нюхаю, не хватает чеснока. Вот нормальный вообще человек. Добавляй. Есть. Все, погадай мне. Ты погадай мне наконец-то или нет? Уже все сделал. Кинзу дал. Я тебе дал чеснок. Мы уже все приготовили. Нету здесь никакого мяса. Давай. Гадай, на чем? Дать на руке. На руке? Давай. Вот твой талант. Это родинка. Так. Очень переборчив по сердцу. Очень переборчив. Я тебя люблю, ты сказал сегодня. Вот сегодня любил ты действительно ее, а завтра в 10 утра это другой день. Ты понимаешь? Я понимаю. Ты как ветер, ты очень переменчив. И найдется та одна, которая просто, она застолбит, просто остановит, понимаешь? Возьмет этот корабль и
будет руководить этими парусами. И она что захочет, то с тобой и сделает. Тебе девушка нужна? Умная, молчаливая, она есть. Она темненькая масть, с такими большими карими глазами, возможно. Она достаточно спокойно, размеренно. У нее прекрасное чувство юмора. У нее нет вот такой сумасшедшей суеты. Но она очень позитивна. И знаешь, вот я бы сравнила, как животное, вот такая гордая лань, которая породистая лошадь. Понимаешь, вот такое что-то очень благородное и спокойное. Вот она придет. Раз, два. Двое или трое детей у тебя будет. У тебя мама очень переживает, что ты не женишься. Это я знаю, что мама переживает, что я не женюсь. Я это слышу каждое утро. Алло, мама, доброе утро. Она такая, ты женился? Нет, хорошо. Разочаровался немножко. Эх, чуть мясо не сгорело. Чуть мясо не сгорело. Так загадались мы, скажи. Да, видишь. А что там у нас осталось? Маленькая плошечка, да, из перца? Ну смотри, у нас еще осталось чуть-чуть перца, но это, наверное, некрасиво. Очень даже красивенько. Да, ну хорошо. Очень даже красивенько. А чем мы положим? У тебя ложка есть? Я не взял ложки, извини. Я взял ступку, но не взял ложки. Я такой чуть-чуть не подумал. А набирать мы чем будем? Мы отливать потом так с перчинки? Да, это же круто. Да? Ну давай. Но мы справимся. Оп, аккуратно. А красивенько, слушай, получается, да? Да. И что, я снова чувствую кое-что. Рулетики готовы. У нас приготовилась первая партия, и поставим вторую. Давай еще вот так вот сделаем. И еще одну штучечку вот сюда. Смотри, нам нужно подоставать зубочисточки, потому что пока еще горячее. Если оно остынет, тогда зубочисточки пристанут. Оп. И по такому принципу делаем красивую презентацию. Для приготовления возьмите куриную голень, сладкий перец, лимонный сок, подсолнечное масло, соль, перец. Отрезать мякоть от кости не до конца. Отбить филе. Приготовить маринад из лимонного сока, соли, перца и подсолнечного масла. Смазать пером отрезанное филе. Перец нарезать ломтиками и сформировать рулетик. И обязательно косточку, прежде чем отправлять на мангал, обернуть фольгой. Закрепить шпажкой либо зубочисткой и отправить на мангал. Жарить до готовности. Для приготовления соуса возьмите помидоры, болгарский перец, чеснок, кинзу, соль и черный перец. Помидоры вместе с перцем замотать в фольгу и отправить на угли. Мелко нарезать чеснок и кинзу. Снять кожуру из готовых овощей. Размять все в однородную массу. Смешать с кинзой, перцем, солью и чесноком. Ну как ты думаешь, мы этим количеством мяса сможем накормить? Слушай, ну такая гора, скажем, приличная мяска. Ну я не знаю как, а для меня кусочек вот один, это порционно, и я наелась. А чек покажи. Хорошо, наступило время, теперь я тебе все покажу. Это стоит 101,90. Блин. Ты не уложился в бюджет? Да нет, я просто... То есть я тебе соврал, получается? Некая грозная мяска. 1,90 гривна тебе прощается. Ну что, будем пробовать? Теперь, чтобы твои руки были чистые. Да, самое главное. Ну, берем за косточку и будем кушать. Держи, тебе. Ой, спасибо. Давай я полью соусом. Все, поливаем соусом. И я беру косточку. О! Дай тебя поцелую. Молодец. Если мужчина так готовит, то он достоин поцелуя. Спасибо большое. Это так сочно получается. Смотри, течет, капает просто. Я боялась, что будет сухое. Ты молодец тоже. Я тебя поцеловал, но у меня грязный рот, уже не смогу тебя поцеловать. Ну давай поцелуй, ладно. Спасибо тебе большое за соус. Я точно приготовлю это блюдо своим друзьям. Не, прежде всего, семье. На ближайший пикник это бренд. Сенсационное открытие ученых. Семена моркови омолаживают так, что в 35 вы снова будете выглядеть, как в 25. А вот что с ними нужно сделать, чтобы омолодиться, пообещала рассказать косметолог Оля Метельская. И также у меня в гостях сегодня Танюша Литвинова, которая знает все секреты выращивания моркови. Здравствуйте, мои дорогие. Привет, Надюша. Привет. Нас всех морковь объединила. Я обожаю молодую морковь. Она такая вкусная, когда ее карамелизуешь к чему угодно. Это такое шикарное, роскошное дополнение. Рассказывай, у меня аж слюнки текут. Но проблема-то вот как бы моя в чем? Что я люблю тоже морковку, но выращивать я ее не умею. Честно говоря, не получается. Да? Вот, поэтому я вооружилась ящиком, семенами моркови, и сейчас будем учиться это делать. Подождите, я не разобралась, что мы будем делать, морковь сажать или за лицом ухаживать? И то, и другое. У нас маленький такой вот ченчик. Мы решили сегодня баш на баш поменяться. Оля мне расскажет, как делать маску. Мне показывают, как правильно вырастить морковку. Так а в чем проблема?
почему мы не делимся секретами? Мы не знаем, кто первый. А, вы не можете решить, кто же будет первый. Наверное, нужно бросить жребий. Танюш, тебе есть что-то подходящее? Я тут, да, смотри, морковку принесла похвастаться, какую я вырастила морковку. Но я не буду ее доставать. А почему? А потому что она кривая и маленькая, да? Нет, она очень красивая. Просто одна больше, другая меньше. Кто вытаскивает маленькую морковку, тот первый раскрывает секреты свои. Да. Знаешь что, Надя, а давай мне вот эту вот. Вот эту? Вот эту. Пожалуйста. Можно, да? Да. Радуйся. В любом случае, мы все сейчас узнаем и секреты красоты, и секреты выращивания моркови. Итак, Оленька, ты первая. Где-то примерно месяц тому назад делаю селфи, и я вижу, ты знаешь, что вот кожа глаз вот как бы не настолько идеальна, как это было год тому назад. Меня это, честно говоря, маленечко так вот насторожило. Вот. И в результате я начала вот как бы вот копать, да, вот чтобы мне помогло сделать вот мою кожу вокруг глаз более идеальной. И наткнулась на то, что оказывается в семенах моркови огромное количество полезнейших веществ. Более того, там есть вот как бы вот бета-каротин, который вот является шикарным возрастным антиоксидантом. Как раз у меня семян моркови вот так. Так вот, их у меня много. Ты на ком-то уже пробовала эту маску? На себе. Ну, есть фото до и после. Как любой косметолог, перед тем, как что-то начинать, я фотографирую, да, и потом смотрю через несколько раз, а помогло или не помогло. Давай так, кстати, посмотрим. Есть. Пожалуйста, конечно. Можно посмотреть. Эффект Слушай. Потрясающий, Оля. А сколько раз ты сделала маску? Ну, вот тут вот 7 раз. Нужен рецепт, срочно рецепт. Требую, давай. Итак, берем обычные семена моркови, причем абсолютно все равно, какой ранний, поздний, всего лишь 2 столовые ложки семян моркови. А вот эти вот семена моркови ты покупала где? На рынке, где семена продают? Или их в аптеке лучше прикупить? Я думаю, вдруг на рынке их чем-то обрабатывают, как говорят, протравливают. От мышей. Что ты такое мне рассказываешь? Страшно. Я их покупала в агромаркете, тебе честно скажу. И мне сказали, что это необработанные семена, полностью натуральные. Проследите за этим. Дальше. 100 миллилитров оливкового масла. Масло мы подогреваем. А подсолнечное не? Не, потому что для кожи подсолнечное масло, оно берется как бы пленочкой. Mm. И если у нас особенно комбинированный жирный тип кожи, то это может вывести... Оно тяжеловато просто, да, для кожи? Mm-hmm. Угу. Засорение. Итак, подогреваем на водяной бане. 100 миллилитров, тут как раз вот уже было у меня отмерено, до температуры примерно 50-60 градусов. Так, вот оно как раз нагрелось. Заливаем. Угу. В сухие ингредиенты жидкие, по схеме. Да, опаньки. Да. Так, перемешиваем. Слушай, никогда не подумала бы, что я буду семена моркови вот так вот использовать и потом на лицо себе наносить. Ты, конечно, Оля, выдумщица. Выдумщица. В идеале, конечно, это сделать все в баночке из темного стекла. Высыпаем сначала наши семена, потом заливаем теплым маслом, потом это перемешиваем, закрываем крышечкой и ставим в темное место хотя бы на 2 недели. И раз в 3 дня мы перемешиваем наши семена. Проходит минимум 2 недели, после чего мы можем процедить наше масло. Собственно говоря, вуаля, оно готово. Вот это называется мацератом. То есть, когда в теплое масло вытягивает из себя все полезное из тех ингредиентов, из сухих, которые у нас помещены. И это уже маска? Нет, это основной ингредиент. Здорово, слушай. Недавно нанесла маску, я чуток на себя не наносила с твоей легкой руки. У меня такая беленькая, симпатичная. Стою, любуюсь в зеркале, думаю, звезда, звездой. Ярослав проходит мне и говорит, господи, ты же на зомби похожа. Так что, девочки, я ничего надеюсь, мальчики это... не понимают в нашей красоте. Вот да. Так вот. А это тоже белое будет? Чтобы Танюша не повторила нет, свой успех. Бед? Нет, неожиданный. Цвет неожиданности. Детской неожиданности. Надеюсь, что... Да. Натуральный. Ну что, у нас готово. Так, основной ингредиент мацерат. Так, Оля, мацерат готов. И дальше... Мы зубы заговариваем. Не давай маску скорее. А, нетушки, вот дальше ты мне, пожалуйста, покажи, как все-таки вот выращивать какая эти хитренькая. Семена. Хитренькая. Ладно, все, рассказывай. Давай. Первый лайфхак. Нужно сделать клейстер. У меня уже готовый. Расскажу, как сделать его в домашних условиях. На 0,5 литра воды нужно взять столовую ложку либо муки, либо крахмала. Запариваем кипяточком, завариваем его.
Получается готовый вот такой вот клейстер. Он не слишком густой, вот такой вот жидковатый. И он у нас будет основой для того, чтобы в грядочку аккуратненько семена моркови нанести. Дело в том, что они очень-очень мелкие, эти семена. Важно, чтобы они не в одном месте где-то, да, проросли, там, миллион этих росточков. А что это у тебя за синие семена? Тебе они волшебные. Морковка синяя будет. Это обработанные семена моркови. Вот они... такие вот для маски брать, наверное, нельзя. Нет, это точно нет. Они вот такие вот лавандового цвета, очень красивого. Здесь пол-литра клейстера у меня. Я беру 3 грамма семян. Высыпаю их все сюда. Как интересно. Ну, так у меня получится. Все высыпаем, ничего не рассыпаем. Так у меня вряд ли получится. Да ладно. Ты же косметолог, конечно, у тебя еще лучше. И еще это не все, девочки. Слушаем внимательно. Берем минеральные удобрения в жидком виде, я взяла их. И выливаю сюда к клейстеру для того, чтобы семена подкормить. Прям вот на сухие семена я выливаю эти удобрения. Теперь я закрываю это все дело крышечкой, встряхиваю хорошенечко. Семена распределятся равномерно по всему клейстеру. И таким образом я себя обезопашу от того, что у меня будет в одном месте много семян, а в другом месте вообще ничего. Как удобно. Класс. Делаю вот такую вот бороздочку. Глубокую? Где-то 0,5 сантиметра, не больше, потому что они не проклюнутся. Вот. А я пыталась засунуть их хотя бы 3 сантиметра, чтобы не замерзли. Я еще полбеды. У меня вот Женя еще больше огородник, чем я. Мы когда-то поехали на дачу, и я варила суп. Я говорю, слушай, вот пойди, пожалуйста, в огород, там уже все растет, и принеси мне несколько морковок. Женя пошел, ходит. Короче, сварила я уже этот суп, уже все выключила. Приходит он с этой вот морковкой. Говорит, слушай, я не знаю, какая-то она, говорит, непонятная и белая. О! Слушай, дает мне петрушку. С корнем вырвал. Вот так, короче, что нашел, то и дал. Оля, ты внимательно смотрела, как Танюша? Вон она уже загребает все. А еще мне очень нравятся твои грабельки. Такие миниатюрные. Здорово. Гениальный способ, вот честно. Пользуйтесь на здоровье. Еще один способ есть. Он не менее гениален. Я его подсмотрела у своей соседки. Она сидит, играется, значит, с рулоном туалетной бумаги, и что-то туда... В сериал сюда. Я не могла понять, что это такое. Оказывается, у них способ распределения семян на туалетную бумагу. Она берет клейстер, тот же, любимый клейстер, макает палочкой ушной в клейстер или спичечкой, берет не больше 2 штучек, тут самое главное приноровиться, и на равном расстоянии друг от друга приклеивает небольшое количество семян. Обалдеть! Да, представляешь? Чего только наша женщина не придумает. Расстояние между рядами 5 сантиметров. То есть как раз получается по краю туалетной бумаги от одного вот ко второму. Вот. Да. Вообще гениально. А потом берешь и эту туалетную бумагу присыпаешь, она растворяется. Вообще, слушай, вот чего только не бывает. В общем, вот так вот берете себе, приготовили несколько рулонов, смотря сколько хочется морковки посадить. Я отрываю и... Вечная проблема. Делаю грядку, тоже не очень глубокую, и выкладываю. А вот чем мне нравится этот способ, ты знаешь, наверное, очень можно сделать действительно ровненькие рядочки. Все, грядочки готовы моментально. Уверенность в том, что семена распределены равномерно, на нужной глубине. Преимуществ масса. Оля, я уверена, что у тебя такие всходы моркови будут в этом году. О! Делюсь рецептом. С нетерпением его ждем. Но сперва давайте посмотрим астропрогноз от Хаяла Алекперова. Ми продовжуємо складати рейтинг знаків зодіаку за схильністю до розлучень. Я також нагадаю, що з 28 квітня починається критично небезпечний для стосунків і шлюбів період Венери в Овні. Він триватиме до 6 червня. Наступний у рейтингу – телець. Тельці – дуже гідні чоловіки і партнери. Чоловік-телець добрий і чуйний, надзвичайно вірний і турботливий. Вони також є чудовими батьками. Але чоловік-телець вельми цінує стабільність і сталість. У цей час жінці потрібно максимально постаратися духовно зблизитися зі своїм чоловіком і розділити його інтереси. Разом сходити в кіно чи просто переглянути гарний фільм удома, почитати книжку удвох, поговорити.
Духовне спілкування важливе для тельця. Він шукає цього у своїй жінці. Відомий актор Роберт Паттінсон розлучився зі своєю дівчиною після 5 років стосунків уже наступного місяця після того, як Венера здійснила транзит Вовні. І астропрогноз для тельців на цей тиждень. Поточний тиждень не обіцяє тельцям кардинальних змін або надзвичайних можливостей. І нехай на стрибок у кар'єрному зростанні розраховувати не варто, це час ідеальний для того, щоб розібратися в собі, попрацювати над помилками, а головне – насолодитися гармонією і спокою. Далі в нашому топі знаків зодіаку, схильних до розлучення – діва. У дів дуже розвинене почуття відповідальності. Вони порядні, педантичні. Діва-чоловік буде постійно піклуватися про своїх близьких, забезпечувати їх. Він не схильний до зрад і неревнивий. Головна помилка в стосунках з дівою, яка в період Венери в Овні навіть може призвести до розриву – це байдужість до своєї зовнішності. У цей час обранцям дів варто особливо подбати про гарний зовнішній вигляд. Союз з дівою мала відома актриса Кірстен Данст. З актором Гаретом Гедлундом вони були разом 4 роки, а розлучилися в період Венери в Овні. І астропрогноз для дів на цей тиждень. Зірки попереджають про можливі загострення хронічних захворювань. А тому варто оголосити війну недугам уже при першому прояві та не затягувати з візитом до лікаря. Інакше вийде собі ж дорожче. Зате серед приємних бонусів цього тижня – несподівані зустрічі зі старими друзями. Наступний знак – риби. Ідеально підходить на роль чоловіка з моральної точки зору. Вони дуже ніжні до всіх членів сім'ї, завжди підтримають у скрутній ситуації, але радше словом, ніж ділом. Жінкам риб варто враховувати, що у період з 28 квітня до 6 червня риби вкрай вразливі. Не варто розмовляти з чоловіком на підвищених тонах. Найбільш правильним буде частіше хвалити його на людях, щоб він відчував ваше захоплення. У разі конфліктів першою іти на примирення. Американський актор Джон Хем – риба за знаком зодіаку. Після 18 років шлюбу він оголосив про розрив з дружиною якраз у момент, коли Венера перебувала в Овні. І прогноз для риб на цей тиждень. Цей тиждень складеться для представників сузір'я риби вельми позитивно. Навіть ті повороти долі, які на перший погляд здаватимуться невдалими, згодом позитивно позначаться на вашому житті. А тому, приміром, від спонтанного відрядження краще ще не відмовлятися. Ризикуєте втратити перспективне знайомство. Таким чином, телець, діва і риби належать до другої групи нашого рейтингу з помірною схильністю до розлучень. І так, після того, як наше масло настоїться, ми його процедимо, у нас вийде замечательне морковне масло. І нам понадобиться всього лиш 2 чайні ложки. Хочу сказати, що воно ідеально підходить людям, у кого сухая, чувствительна кожа. Ценна дана масочка, що ми її можемо наносити не тільки під очі, але можемо наносити її на всю область лиця, можемо наносити на область шеї, на область декольте. Следующее, що ми беремо, це мед. Всего лишь 1 чайная ложка. Все хорошее, короче, туда идет. Аллергии нету? Нет, у меня нету. Вот, если вдруг аллергия, вместо меда мы используем перемолотые овсяные хлопья. А нужно для того, чтобы хорошо простимулировать нашу кожу, для того, чтобы витаминизировать нашу маску. Более того, мы делаем хороший лифтинговый эффект. И сразу, действительно, уже когда мы наносим, такое впечатление, что кожа сама по себе уже подтягивается. Следующее – обычное банановое пюре. Почему я и сговорила, что цвет будет натуральный? Потому что банан, после того, как мы его хорошенечко размяли в кашице, он теряет свой белый цвет. Он приобретает... Темнеет немножко. Да. Нам понадобится 2 чайные ложки, либо 1 столовая. Ну, все мы знаем, что да, вот крахмал, который содержится в банановом пюре, он делает нашу кожу более такой вот бархатистой. Эфирное масло апельсина. Угу. Если мы введем эфирное масло апельсина, то мы сделаем наши поры, скажем так, вот более чистыми и более узкими. Не больше, чем 1 капелька на 1 массу вот основы нашей маски.
Одна порция это, да, получается? Это одна порция. Он, потому что, судя по ингредиентам, нужно перед каждым использованием готовить новую порцию маски и не хранить ее где-то, чтобы она дожидалась. Абсолютно верно. И как ее правильно наносить? А наносим мы на очищенную кожу лица кисточкой, либо можно даже вот и пальчиком, по массажным линиям. Как долго нужно ее держать? Маску мы держим 20-25 минут, потом мы ее размачиваем и смываем. Мы делаем эту масочку 2 раза в неделю, до 10 раз. Олечка, у меня к тебе предложение. Вот я тебе семена даю, а ты мне вот это масло, потому что я, честно говоря, сейчас приеду домой и сразу сделаю себе эту маску. Пожалуйста, можно? Да, пожалуйста. Но я хочу сказать, что это ж масло еще не просто так. Оно ж волшебненькое. Да? Да. Дело в том, что если ты хочешь красивый, бронзовый, замечательный загар, то его можно еще использовать как масло перед загаром. Круто. Сколько секретов приятных в моркови оказалось, но все они раскрыты благодаря вам, мои замечательные подруги. Браво! Это была воодушевляющая встреча. Просто красивую та стильную прикрасу, и у вас, мої любі, вже не здивуєш. Але ця надзвичайна. Уявіть собі, за цю красу мої подруги ледь не побилися. Тож не прогавте, просто зараз народна майстриня Марія Бучка розповість, як власноруч створити саме таку прикрасу. 35-річна майстриня хендмейду Марія Бучка вже 9 років створює 2D-графіку. Раніше працювала над настільними іграми та малювала карти для онлайн-ігор. У вільний час опановувала техніки виготовлення різноманітних прикрас і виробляла їх на замовлення. Протягом останніх 2 років створення прикрас для Марії стало не просто хобі, а повноцінною роботою. Улюблену справу жінка поєднує з вихованням 11-річного сина. Вчитися разом зі мною будуть дивовижна Лілія Ребрик та її донечка Діана. Вітаю вас, мої люди. Привіт. Привіт. Марія, перш за все, я дуже вдячна тобі за те, що ти прислала мені у подарунок отакі прикраси. Я отримала 2 комплекти, різні за кольоровими, і один комплект залишила собі, а інший показала моїм подругам. На щастя. Про кого це йдеться? Цікаво. Лілія Ребрик, Юля Бортнік, чемні, красиві, молоді жінки. Ледь не побилися. Ледь не побилися. Як це сталося? Ну що, як сталося? Прикраса одна, а нас двоє. Питання є? Немає. Все зрозуміло. Але я вирішила трішечки схитрувати, одразу скажу. Я вирішила поступитися Юлі. Вона мені подарувала якусь квітку, азалію, сказала, що це вона дуже гарно росте, все як такий втішний приз. Да? Угу. Але я сказала, що я одразу зателефоную Наді, я знала точно, що ти мене навчиш, то ми зробимо багато прикрас. Тим паче, що ми з Дясіком, ми дуже любимо робити хендмейд. Тим паче, ти знаєш мою жагу до квітів. Угу. Там, ну, я би квітами в себе прикрасила. І в хаті, і в одязі. Я дуже люблю квіти, я дуже люблю... Ось, будь ласка. Ну, ти бачиш наглядний приклад. І я безумовно запросила Марію і дуже вдячна тобі, що ти відгукнулася і прийшла до нас. Діана, ти будеш нам допомагати, так? Так. Надя, спасибо большое, что меня пригласила. И тебе очень идет эта брошка. Спасибо. И она же заколка, и она же сережки. Вот. И сейчас я раскрою секрет, как мы можем это все сами сделать, потратив минимум усилий и минимум денежек. Это не просто украшение, это украшение трансформер. Вау, мы любим трансформеры. Брошь, серьги, заколка для волос, все в одном, это же супер. В новых коллекциях Chanel было очень много цветов. Угу. Так как я слежу за трендами моды, то я взяла эту идею на заметку. Ну и правильно сделала. Что нам понадобится для того, чтобы создать такие украшения? Нам понадобится лента. Мы начнем работу с создания большого крупного цветочка, основы нашей композиции. Зажигалка, линейка, ножнички, ну, пинцетик на всякий случай и леска с иголочкой. Почему леска, а не нитки? Чтобы не мучиться с подбором цвета. Она прозрачная? Логично. Итак, первым делом мы берем 1,5 метра ленты, ширина которой 5 сантиметров. Угу. Итак, мы нарезаем ленту на кусочки по 10 сантиметров. Так, ну, девочки, вы мне будете дальше помогать. Давайте. 10 сантиметров. Дяся, давай, где у нас цифра 10? Покажи маме. Если будет чуть больше или меньше 10, это не страшно. Так как у роз лепесточки все разные, и в этом деле особая аккуратность не нужна. Будет как в природе. Каждый цветок неповторим и индивидуален. Так. Да, Лиля, конечно, ты хитрюшка. Можно? Вырвалась на мастер-класс. Да, я же це ж бы умею. И цветок у тебя... Молодець. Давай, от тут, на, хочеш сама, Дянка, буде різати стрічечку. На, от дивись, я тут почала тобі, так? Да? Ой, моя розумна. От так, молодчинка, відміряємо, давай наступну. Я заготовила зарані кусочки.
А теперь я вас научу технике цумами, что в переводе с японского означает складывание. Берем по кусочку, ложим атласной стороной вниз. Возьму и я себе. Если лента двухсторонняя, то никакой разницы. И начинаем складывать. Сначала загибаем один уголочек. Вот так вот. Вот так. Так. Угу, да. Молодцы. Но это было все очень просто. Сейчас будет сложно. Загибаем еще один уголочек. Теперь аккуратненько приподнимаем сложенную конструкцию. Да. Так. И вот тут работа не для детских ручек. А мы зараз Еще неизвестно. Дети иногда такие ловкие. А, ты в том смысле, что это немножко опасно. Мы будем работать с огнем. Нам необходимо запаять края вот этой ленточки. Угу. Зажигалкой мы подпаиваем в самом уголочке и быстро прихватываем пальчиками. Не горячо тебе? Если очень быстро это все сделать, то нам не будет горячо. Попробуешь? Я вообще-то боюсь таких штук, но... Вообще, Линечка, ты всегда была бесстрашна. Есть. Угу. Молодец. Вот теперь это лили-ли. Практически идеально вышло. Сейчас я закреплю успех на Дианкину. Главное, очень быстро потом зажать опаленное место. Потому что остывает очень быстро. Одним словом, тут и тато будет брать участь, я так разумею. Дяся, я тебе сделала. Тримай. Угу. А ну, бачишь? Сделала? Тримается, так, точно так же мы складываем вторую половинку нашего будущего лепесточка. Сложили. Один уголочек. А уголки тут соединиться должны? Да, они у нас сейчас соединятся. Второй раз складываем. Тоже подтягиваю уголочек серединки. Получаем вот такой лепесточек. И снова это треба подпалить. И снова мы его поджигаем. Угу. Спасибо. И еще один момент. Часто из-за среза ленточки остается вот такая ворсистость. Мы ее просто быстрым движением всю поджигаем. Все. Ну, если нет такой зажигалочки, то можно свечкой, да, например, пользоваться? Нет, свечкой лучше не пользоваться, так как она дает дым, который немножко закоптит нашу ленточку. Точно. Лента чернеет. Mm-hmm. Особенно это будет видно на светлых розочках. Mm-hmm. Да, это же будет трояндр. Так, у нас получается вот такой лепесточек. Это его верх, это его внешняя сторона будет. У Дианки. Уже какая красота у вас выходит. Mm-hmm. Все правильно? То есть абсолютно... Не нужно никакого опыта для того, чтобы создать красивый цветок. Ну, посмотрим, как следующие шаги у вас получатся. Что-то ты в нас не веришь. Я такое верю, вот ощущение. Но я готовлюсь и к неудачам, чтобы их потом быстренько отработать и избежать. Лиля, передай мне, пожалуйста, готовые листочки, которые я сделала заранее, чтобы мы не тратили время. Высыпай их сюда. Вот. Из 1,5 метра ленты их у нас получилось как раз 15 штук. Количество лепестков влияет на то, насколько пышный будет цветочек. Если мы хотим сделать небольшой бутончик, будет достаточно 6-7 лепестков. Если мы хотим сделать цветочек еще пышнее, чем вот представленный на этой брошке, то можно взять и 20, и 25. Теперь мы вооружимся иголкой с леской. Небольшой трюк. Если леска не пролазит в иголку, у нее бывает жесткий и круглый кончик, то возьмите плоскогубцы и слегка его прижмите. Ага. После чего слегка сплющенный кончик с легкостью войдет в иголку. Теперь мы берем лепесточек. Тут, в принципе, все равно, какой стороной мы его к себе держим. Главное соблюдать стороны лепестков глобально. Угу. Тут либо все вверх, либо все вниз. Угу. Сначала нам необходимо зафиксировать леску любым удобным способом. Шить мы будем наметочным швом. Расстояние между стежками делать около 0,5 сантиметра. Миленько. Да, миленько, чтобы у нас потом зубчики вышли не очень большие, когда в гармошку будем собирать. Чуть-чуть. Итак, забегаем вперед. Первый лепесточек мы чуть-чуть прошиваем. Это мы с серединки формируем или наоборот с крайних? Это будет самый последний лепесточек. Крайний, да? Мы берем, прикладываем лепесточек на четверть его длины. Прошиваем. Все время швом вперед иголка просто, да, чтобы потом гармошечка могла получиться. Теперь следующий лепесточек. Главное его приложить с той же стороны. Если мы предыдущий снизу подкладывали, то и следующий подкладываем снизу. И продолжаем миленько пришивать, примерно на 0,5 сантиметра. Если все вот так и дальше, то я думаю, Лилечка справится. Диана, ну давай, бачишь? Мария, а ты же не только этим видом рукоделия занимаешься? Украшения я создаю уже 2 года. Я начинала с разных техник. Вот начала с сутажа, это были жуткие кракозябры. Потом я нашла правильный сутаж, правильные бусинки, выучила несколько техник и стали получаться, ну, скажу без ложной скромности, действительно красивые вещи. После этого переключилась на работу с камнями. Да. Научилась создавать массивное красивое колье. А последнее время я увлекаюсь вышивкой на шелке. Необычное занятие. В Украине очень мало мастеров, которые это делают. Ну вот на мне можно посмотреть работы, сделанные в этой технике. О, необыкновенно эффектно. Сложно, наверное, да? Сложно, но для меня это как
медитация. Нравится, да? Да, я впадаю в такой транс и отдыхаю. Вибачте, що я трішки відволіклась від розмови, але просто девочки, у вас це дуже замечательно получається. Такий процес. Так, собрав все 15 лепестков, мы получаем вот такую вот гирлянду. И наступный этап – это уже формуем троянду, так? Для того, чтобы роза была чуть-чуть пышнее и листики стали еще более уникальными, мы ее чуть-чуть присоберем, примерно на 30% ее длины. Просто подтягиваем лесочку. И слегка распределяем складочки. Боже, яка в нас тут краса. Диана, расскажи, те, что сделано своими руками? Те, що зроблено своїми руками, найцінніше. Собрати його. Найцінніше. Так, дуже правильно ти кажеш. Забрали нашу гірлянду. Так, є. Зафіксуйте ниточку, щоб вона більше вже нікуди не скользила. Прийомчик, який лично я, наверное, изобрела, я такого нигде не видела. А так как серединка цветка должна быть чуть ниже, чем все остальные лепесточки, то самый первый, который со стороны нашей лески, мы складываем и один раз его пришиваем в произвольном месте. И дальше идет уже самое интересное. Берем закончик и делаем несколько оборотов. И снова прошиваем. Тем самым мы получаем как бы бутончик. Бутончик у нас. Теперь мы его прошиваем насквозь. Диана, дивись, гарно выходит. Бачишь? Дивись. Чикс, прошиваем. Дальше делаем следующий оборот. Заворачиваем следующий лепесток вокруг серединки. И пришиваем уже его к предыдущему виточку. Доця, тебе подобается? Подобается такая троянда? Так. Так? Будемо робити такі вдома, так? Угу. А що ми прикрасимо нею? Ану, давай, пофантазуємо. Можна причепити. Можна до тату туди причепити. О, до тата сюди тата можна. Тата дуже хоче, він мріє про квітку. Сюди. Де? Ось сюди, щоб так? Червона ага. Така квітка була. Щоб він так зустрічав своїх дівчат, такі, опа! А сьогодні танцюємо танго! І хопа, квітка. І в зуби. Або танго. Таким методом у нас получилась вот такая вот симпатичная розочка. Чуть-чуть ее можно расправить, лесочку можно обрезать. Теперь мы подготовим основу для заколки. Для этого нам необходима вот такая основа для заколки автомата. Она длиной 8 сантиметров. Вот. Но если вдруг в магазине нету таких именно, можно взять и покороче. Надя, покажи вот на фиолетовом цветочке маленьком. Там сразу идет заколочка с брошкой основы. Ось вам. Прекраса трансформер. Для волосся такий крокодильчик. І поруч булавочка. Тобто можна і на волосся, і ось сюди. Ой, а мені знов пасує. Усе пасує мені сьогодні. Тебе все сьогодні йде. Для дальнейшей роботи нам нужен буде клеєвий пістолет. Либо просто клей в тюбике. Вот. Нам нужен кружочек из фетра, который бы подходил под собачку на заковке основания. Сейчас мы его промажем клеем и приклеим. Так, теперь мы можем примерить наш цветочек сюда. Ну, мы смотрим и видим, что нам чего-то не хватает, правда? Не встречаю чего-то так. Зелени. Зелени, и надо прикрыть чем-то вот эти некрасивые края и сделать брошку попышнее. Для этого мы будем сейчас делать листики. Листики двух типов, конвертики и треугольнички. Это уже будет другая техника, как? Ну, в смысле, плетение. Это другая техника цумами, другое складывание. А длина ленточки у нас равна двойной длине желаемого листика. Мы ее складываем пополам, лицевой стороной внутрь. Вот, просто разрезаем пополам этот кусочек. Эта лента 5 сантиметров, поэтому из нее получится спокойненько 2 листика из каждого кусочка. Теперь мы берем пинцет. Сейчас мы сделаем листик-конвертик. Для этого сгибом от себя берем ленту, фиксируем ее пинцетом, острым углом к себе, отрезаем все лишнее. А без пинцета уже не получится тут, да? А, получится. Просто нужно чуть больше опыта. Ленточка скользкая. Итак, крепко держим. Можно еще это все прикрасить огнями. О, а квиточками? Дианочка, передай мне, пожалуйста, наш огнеопасный девайс. Сейчас снова будем отжигать. Поджигаем тот край, который мы срезали. И тоже быстро прихватываем пальцами. Вот. Дальше уже пинцет особо не нужен. И так запаиваем по всей длине. Получившийся треугольничек мы разворачиваем. Вот это уже готовый листик-конвертик. В него внутрь мы вставим бутончик. И сейчас мы сделаем второй тип листика. Треугольничек. Да, с остатков ленточки. Берем оставшийся прямоугольник. Уже берем его сгибом к себе. Также придерживаем пинцетом под таким углом. Отрезаем лишнее. Ну и занимаемся любимым делом поджиганием. Разворачиваем.
и получаем вот такой вот листик. Объемный. Для нашего украшения мы делаем 2 листика конвертика и 4 листика треугольничка, которые мы будем помещать на розочку. Остальные листики я сделала заранее. Есть целый набор, да? Всего, что нужно. Теперь собрать это как-то? Нет. Нет еще? Мы сделаем сейчас еще красивее. Давай. Часто остаются какие-то обрывочки лент. Мы сейчас накрутим бутончик. Это вообще очень-очень быстро делается. Берем ленточку, примерно треть складываем и начинаем произвольно закручивать. Похоже на бутончик? Сразу похоже. Ну и чтобы было еще более похоже, обернем ее зеленым кусочком ленточки. Он же только-только проклюнулся такой, молоденький. В этом месте можно либо сшить иголкой, либо подклеить. Все лишнее мы отрезаем. Где ножницы? Девочки, где ножницы? Кто украл ножницы? Спасибо большое за находку. И мы получаем вот такой вот бутончик. Оживает на глазах. Ой, как хорошо. Итак, теперь мы эти бутончики вклеим в листики-конвертики. Чуть-чуть клея внутрь листика. Все детали продуманы. И вклеиваем бутончик. Конечно, Мария, думаю, много времени у тебя уходит на создание твоих шедевров. А как семья относится к тому, что ты погружаешься в процесс, никого не замечаешь, забываешь готовить еду? Ну что сказать, муж научился прекрасно жарить картошку. Отлично! Вот, сын идеально пылесосит, уже в 5 классе, сам делает уроки. Отлично! В общем, 2 мужика живут сами по себе. Если б не попугай, то у меня дома была бы совершенно тихая идиллия. А он что? Мой маленький волнистый, немолчащий попугай, очень редкая порода. В смысле? Таких из доставучих попугайчиков, которым надо все. Он у меня любит воровать бусинки, пайетки, утаскивать леску куда-то и зачем-то. Он просто помогает. Слушай, он там, наверное, возможно, себе что-то строит. У нас уже все готово. Финальный этап. Мы сейчас будем собирать уже полностью всю нашу брошку. Вот, для начала приклеим. Очень быстро промазываем листики клеем. Угу. Приклеиваем их к цветочку. Чуть-чуть листика оставляем внутри, на площадочке внутренней. И чуть-чуть на лепестке. Листики приклеиваем хаотично, как нам больше нравится. Также приклеиваем наши бутончики в конвертиках к основанию. А ты себе вначале воображаешь или зарисовываешь, что должно получиться в итоге? Или по ходу процесса цветок сам растет? Надя, искусство такая вещь. Вот зарисуешь что-то, придумываешь, но в итоге оно живет своей жизнью. Особенно с украшениями, с картинами у меня такое часто происходит. Я вижу одно, холст видит совсем другое. И ты смиряешься. Ну, что мне остается делать, если руки сами это делают? Тщательно проклеиваем клеем всю основу. Это самый важный момент сборки брошки-заколки трансформера, чтобы она не развалилась. Для того, чтобы сделать нашу брошку максимально красивой, мы воспользуемся еще вот такими веточками, которые я купила в магазине фурнитуры. Отрезаем слишком длинный хвостик. Вот эти веточки мы приклеиваем с 2 сторон от бутончиков. А кто-то, кроме попугайчика твоего любимого, тебе помогает? Или ты любишь сама наедине с собой работать над украшениями? В какой-то момент сын помогал мне делать сутажные украшения. Он даже сделал для своей тогдашней учительницы небольшую брошку, но почему-то очень постеснялся ее подарить. Какая прелесть. Вот. Итак, все плотно приклеили, прижали. Ну и чтобы уже это был полностью трансформер, мы сейчас сюда приклеим еще основание для брошки. Ах, да, это же у нас сейчас заколка. Будет брошка. И тот комплект, который я получила в подарок от тебя, там еще и сережки были. То есть это 3 в одном. Да, сейчас я все покажу, как это все сделать. Мы приклеиваем основание для брошки. Ну, можно сначала так посмотреть на наш цветочек и выбрать, как мы хотим, чтобы он на нас сидел. Ну, такой красивый. И на верхнюю часть приклеиваем основание для брошки. Как ни поверни, он очень хорош. Все, мы приклеили основание. Теперь закроем его некрасивую часть еще небольшим кружочком из фетра. Боже, неужели там еще что-то есть некрасивое? Заодно этот кружочек из фетра будет дополнительно фиксировать основу для брошки, и все будет крепче держаться. Тут тоже немаловажно. В результате у нас получилась вот такая брошка. Слухай, то як це зручно? Я дивлюся, думаю, що це ж можна протягом дня можна зачепити волосся, так. Потім її можна трансформувати, вдягнути на сукню. Потім можна просто покласти навіть на своєму робочому туалетному столику, воно буде просто як прикраса виглядати. Декоративний елемент. Так. І що ми робимо? Небольшой секретний елемент. Це вот такі маленькі сережки. Так. Диана, подобаются тебе такие сережки? Кульчики такие, так? Маленький цветочек мы делаем точно так же, как делали большой. Кружочком из фетра фиксируем его к швензе с большим круглым основанием. Для таких цветочков лучше брать швензу с плоским основанием. Если мы хотим, мы носим это комплектом. Вот. Либо
чтобы бутончиков стало больше и не потерялись наши сережки, мы все это можем соединить и получаем дополнительные цветочки. Угу. На нашей заколке. Ось вам прекраса трансформер. Браво. Для Дианы за проявленное сегодня усердие и стойкость в этом сложном мастер-классе мы приготовим небольшой сюрприз. Ух ты! А передайте мне, пожалуйста, содержимое вот этой мисочки. Ух ты, Диана, для тебя сюрприз есть. Ты же любишь сюрпризы? Если это будет сюрприз, то мне не надо смотреть. Повертайся. Лучше к Наде посмотри. Это будет очень оригинальный шляпка-обруч. А, шляпка-обруч. Да. Я сделала вот такой вот цветочек. И сейчас я его приклею на небольшую юбочку из зеленой ленты. Просто 30 сантиметров широкой ленты собрана в кружочек. Крепко прижимаем цветок к основанию. В кружочек фетра я заранее продела вот такую ленточку через 2 надреза. Для того, чтобы можно было снять, можно было бы одеть на обруч. И этот кружочек мы приклеиваем тоже к основанию. Итак, мы получили вот такую оригинальную бутоньерку. Мы можем ее использовать и как браслетик, угу, и привязать на обруч. Вы не скажете, когда можно смотреть. Подтянулась в сюрпризе. Диана, мы вручаем тебе вот 2 в 1. Браслет и обруч. Гарный, подобаете? Дуже. Что треба сказать? Дякую. Пожалуйста. И сразу один. И сразу. Мне было очень приятно осознать, что это специально для тебя. Вау. Пасує. Божественно. Угу. Так, це квітка від Юлі, тому що тепер я вже буду давати їй майстер-клас. Спасибо большое. Я уверена, что этот прекрасный цветок, который ты получила в подарок, вдохновит тебя на новые и новые работы и украшения, которые мы снова и снова будем радоваться. На новые коллекции. Спасибо огромное, это великолепно. Більш за все ви не любите копати город и полоти бур'яни, але при цьому мрієте про великий урожай картоплі. Мій друг Женя Клопотенко буквально благає про допомогу. Тому я запросила народного експерта, і зараз Олег Ярмачихін розповість, які методи допоможуть виростити великий врожай, але при цьому не копати город і не полоти. Зараз Женю до мене прийшла його мама Олена. Вітаю. Я дуже люблю дачу, я дуже люблю всі свої фрукти, овочі, але в мене немає часу. Це треба приїхати, посадити картоплю, бла-бла, побути з мамою, з татом. О, Женя, ще мішок картоплі, о, ще мішок картоплі, о, ще мішок картоплі. Це найкращі вихідні в моєму житті, розумієш? Поїду, я посаджаю картоплю, але це мені не подобається, тому останні років 10 я це не роблю. Я кажу, о, в мене зйомки, я зайнятий. Я сам сижу вдома і думаю, фух, як погано обманювати батьків. Але чому ти цього року вирішив все ж таки наважитися і знов посадити картоплю? Тому що я вивчаю кулінарію, я розумію, що треба розуміти від самого початку про всі овочі, фрукти, як вони ростуть, як треба з ними працювати. Тому це для мене дуже важливо. Я мрію, що одного дня в мене буде ферма, і в мене буде дуже багато різних овочів, різних, знаєш, там спаржа, картопля. Тому я хочу потихеньку, крок за кроком, навчитися саджати все, але я люблю, щоб це було дуже просто. Я не хочу на це витрачати кучу часу. До речі, ми вже допомогли Жені, врятували город від посухи, а зараз він хоче ще, щоб із картоплею ми теж допомогли. Мені здається, ми взагалі його балуємо. В цьому році я відмовлялася від посадки картоплі взагалі, він мене заспокоїв і сказав, що ні, нам Олег допоможе знайти такі способи, які нам сподобаються, щоб менше було затрати нашого часу на це. Так, це 2 способи, про які сьогодні Олег розповість і покаже, як це зробити. Вони мають і переваги, і недоліки, тому я і запросила вас обох, щоб ви змогли це оцінити і обрати для себе той спосіб, який справді допоможе зекономити час та виростити великий врожай картоплі. Олег уже розказував нам, кстати, як виростити большой урожай картошки в бочке. Бочка будет почти заполнена до верха, если у нас она примерно 60 сантиметров, и дальше она растет, как обычный вазон. Это удивительный метод. Я уверена, многие из вас взяли уже на заметку. О чем пойдет речь сегодня? Я сегодня приготовил 2 грядки. На одной будем садить под агроволокно. Агроволокно? Да. А это кто? Это такое волокно, которое агро. А! Все, теперь ясно. Теперь мне все ясно. Ось. Тут написано агроволокно, і ось воно, подивися, якщо хочеш. Подивись. А, так це плащ на рибалку. Знаєш, коли я їжу інколи ловити рибу, так я з таким плащом їжу. Це я зрозумів, понятно. Агроволокно можна купити на ринку. Стоїть воно
от 6 и выше гривен за квадратный метр. Это все зависит от плотности, ну и устойчивости к лучам. На другой грядке мы будем садить и под солому. Эти два способа как раз для ленивых, как для тебя, Женя, как ты хочешь, как ты любишь. Эти два способа помогут защитить ваш огород от сорняков, от некоторых вредителей. Они прогреют вам быстрее землю, вы быстрее получите урожай, ну и достаточно хороший урожай. Женя, давай с тобой поменяемся, чтобы я мог... Давай. В этой клумбе мы будем сажать под агроволокно. Расправляем агроволокно, ложим на одну грядочку, накрываем агроволокном землю. Солнце, попадая на агроволокно, будет создавать тепловой эффект. Земля будет быстрее прогреваться, у нас быстрее будет картошка, будет быстрее получать то тепло, которое необходимо. И урожай отримаем от раньше. Обязательно. Прогретая земля, даже если у нас появится какой-то заморозочек, там весенний, то данное агроволокно не даст земле отдать свое тепло. А треба купувати тільки чорного кольору? Есть полотно, агроволокно белого и черного цвета. Ну, белого, как правило, используется для парников, для проращивания рассады. Черное используется для земли. Дело в том, что под черным агроволокном не будут расти сорняки, а под белым будет расти все. Белое любит давать жизнь, а черное дает жизнь только там, где надо. Олена, а вы використовували агроволокно колись? Ми агроволокно використовували для парника білого кольору, тоді накривали грядочку для того, щоб там розсада пророщувалася. А чорним таким не користувалися. А це схоже на якийсь магічний ящик, знаєш, типу раз, два, три і куча картоплі. Але спосіб цікавий, я так думаю, тому що ми висаджували полуницю, тільки під плівку ми брали чорну. Під пленку, як ви говорите, дійсно можна сажати клубнику, любые растения, но пленка не пропускает влагу. Агроволокно как раз в этом случае пропустит влагу вниз. Оно сделает небольшой маленький парниковый эффект, который поможет больше картошки получить необходимой влаги. И, до речи, це слід все ж таки обробляти землю перед тем, как саджати картоплю таким чином. Да, под агроволокно желательно обработать землю. Можно слабым раствором марганцовки. Перед посадкой обязательно земля перекапывается и разрыхляется. Какие наступный крок? Дальше мы вырезаем отверстия в тех местах, куда будем сажать картошку. Отверстия прорезаем ножницами. Значит, для того, чтобы посадить, мы сначала делаем прорези туда, куда будем садить картошку. Посадка обычная при картошке. Садим. Женя, поможешь мне? Звичайно, я уже вдягнув рукавиці. Режем здесь и здесь. Правильно? Пока да. Окей. В обратную сторону столько же. Ого! Вот, а теперь поперек делаем такой надрез. Хрестик. Мы робимо хрестик. Можно вишивати хрестиком, а можно різати хрестиком. Олеже, поки Женя реже, можно запитати, а чи потрібно цю картоплю підсипати, підгортати? Как правило, уже нет. Мы когда его посадим, все правильно сделаем, картошка сама будет расти. Единственное, что этот метод очень хорош для ранней картошки, для скороспелочки. То есть мы посадили пораньше, мы собрали пораньше, мы на стол получили раньше молодую картошку. Так це на цьому в бізнесі побудовується. Знаєш, коли картопля молода, з'являється дуже рано, думаю, як це так можливо? Отож. Ага, агроволокно. Да. Так. А наскільки раніше ми перший урожай картоплі можемо отримати цим способом? Примерно дні на 20-30 навіть. А, непогано. На місяць. Це коли вже? В кінці травня можна, може бути картопля? Да. А який урожай буде? Скільки ми там кілограмів чи лідерів отримуємо? Примерно з одної сотки, по моєму опиту, до 400 кілограм. А це гарний урожай? Скільки ви отримаєте зазвичай? А де його потім зберігати? Чи це? Починається вже, я передумав. Це ж бізнес. Ми знайдемо, що з цим зробити. Олена, а скільки ви зазвичай висаджуєте картоплі? Ми зазвичай висаджуємо небагато, я так вважаю. Відер до 10 ми висаджуємо і отримую урожай, мабуть, разів втричі більше, ніж ми садимо її. Ага, тобто Женя, якщо він навчиться цей спосіб використовувати, то він може й менше висаджувати, а отримувати більше. Більше, ми зробили розріз, зараз почнемо садити туди картошечку. Ти говорив, що агроволокно пропускає влагу, да. А в связи з цим, нет ли риска, що загніє там картошка? Є риск, але це коли у вас буде дуже дождлива весна. Ну, як правило, це дуже рідко у нас вже, у нас якраз наоборот не вистачає влаги. Ну, картошку, ви знаєте, опять же, ніхто не поливає. Поэтому то, что там задержится, будет в идеале. Так, я посажу в одну луночку, Женя, а ты посадишь во вторую. Давай. Ну, начнем тебе сразу учить. Итак, для того, чтобы посадить, мы просто отгибаем агроволокно. Ну, насколько это возможно. На дно ямки надо уложить или компост, или землю, подготовленную с удобрениями, и потом сверху ложим картошечку. Треба выбирать. Берем картошку, ну, среднюю, росточками кверху. Картошечку сверху подгребаем этой же землей. Агроволокно мы закрепляем. Есть специальные скобочки, которыми мы прижимаем, чтобы его не сдувал ветер. Если у вас нет скобочек, можно присыпать немножко по краям землей. А, вот это такие скобы ты маешь на ус? Да, 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 да. Будь ласка, покажи, как их використовувати. Олег, а у меня такое питание до тебя есть. Да. Ты нам радишь какие-то такие интересные варианты, как можно эту картоплю посадить, а как ты сам это делаешь? Расскажи. Давай правду. Правду?
Так. Батьки. А, окей. У меня родители этот способ использовали. Я предлагаю технологию, а папа очень быстрый на подъем. И он раз, я утром встаю, часов 9 просыпаюсь, вроде как и жаворонок, 8-9, выхожу, а он уже все сделал. Мама, дуже гарний спосіб. Я раджу тобі його використовувати. Дякую, сину, але ж ти тут всім розказав, що ти хочеш цим зайнятися. Добре, давай я спробую. Пробуйте. І так. Картоплю. Привіт, картопля Юля. Нехай це картопля Юля. Ти закопаєш жінку? Я закопаю жіночку. Це ростками догори. Правильно? Да. Так. Тепер робимо ямочку. Просто розгрібаємо. Ага. Це як в пісочниці. Все зробив, а тепер Юля хоче найкращий урожай. А це лаватися. Добре. Ти ж прощаєшся. Пока, Юля. І так кожну картопельку. Для того, щоб був гарний урожай, треба до неї так ставитися, правда? Будь ласка, скоби вам. Дякую. Чоловіче. Мені подобається одну штуку посадити, це не дуже круто. А бур'яни? Вони просто не виростуть і все? Бур'яни, так. Під агроволокном, по чорному, вони просто не проростуть. А в мене ще питання, Олеже. А як із шкідниками тоді боротьбу проводити? Ми до цього землю вже обробили, і у нас вже там вони в принципі не повинні бути. А сама картопля? А саму картоплю треба обробляти спеціальними препаратами. Ми об цьому розкажемо немножко позже. Ага. Добре. А можна просто на шкідників кричати? Чому ви прийшли сюди? Можна, звичайно. Це працює? Ні. Добре. Ну, можна. Я зрозумів. Так, ну, це був один спосіб. Зараз я розкажу вам про другий спосіб. Але спершу, Олеже, ми дізнаємося, що пророкують нам зірки цього тижня. У нас попереду найбільш небезпечні 6 знаків зодіаку. 3 з яких мають високу схильність до розлучень, а ще 3 – критично високу. Продовжуємо складати рейтинг знаків зодіаку за їхньою схильністю до розлучень. Ведемо мову про чоловіків. Наступний знак, який я розгляну, це стрільці. Зазвичай чоловіки-стрільці зберігають вірність своїй дружині. Однак є низка умов, які дружина мусить виконувати, щоб шлюб залишався гармонійним довгі роки. І умов цих у стрільців чимало. Стрільці вкрай важко переносять професійні невдачі. Особливо це загострюється у період Венери Вовні. Обов'язково демонструйте свою зацікавленість його поточними справами. Щовечора розмовляйте з ним, хваліть його починання, досягнення та ідеї. Стрільцям важливо бачити у своїй дружині розвинену особистість, цікавого співрозмовника. Бред Піт – стрілець за знаком зодіаку. Нагадаю, що зі своєю попередньою дружиною Дженніфер Аністон актор розлучився через Анджеліну Джолі. Та коментував цей розрив так. Анджеліна дала мені розвиток, якого не давала перша дружина. І прогноз для стрільців на цей тиждень. Вам захочеться змінити традиційний уклад життя. Однак не поспішайте з кардинальними рішеннями на кшталт переїзду чи переходу на нову роботу. Почніть з малого. Нова зачіска або декілька речей в гардеробі в незвичному для вас стилі стануть чудовою і безпечною альтернативою. Наступний у рейтингу – близнюки. У шлюбі близнюк прагне до такої ж легкості, як у всьому іншому. Йому постійно потрібні нові декорації. Близнюки не вирізняються відповідальністю за свої слова, часто порушують обіцянки. У період Венери Вовні посилюється жага до нового, бажання змін. Через це близнюки можуть дивитися на інших жінок. Внесіть спонтанність в розмірене життя з близнюком, щоб він не занудьгував. Запропонуйте несподівану поїздку за місто серед робочого тижня або щось нове у ліжку. Типовий близнюк – відомий голівудський актор Джонні Депп. Про розрив зі своєю останньою дружиною Ембер Херт вони оголосили у період Венери в Овні. І астропрогноз для близнюків на цей тиждень. Цього тижня в стосунках з коханою людиною у близнюків назріває серйозна розмова. Не виключено, що вона закінчиться переходом на новий етап взаємин. Що потрібно від вас? Це бути максимально щирими і відкритими. Самотнім представникам знаку варто частіше виходити в люди. Є велика ймовірність романтичних знайомств.
Далі в нашому рейтингу – Терези. Рішення пов'язати своє життя з однією жінкою дається Терезам нелегко. Проте саме дружина згодом стає головною людиною в житті Терезів. Особливо при наявності дітей. Ці чоловіки надзвичайно потребують гармонійних сімейних стосунків. Але Терези дуже схильні до сумнівів з усіх питань, особливо в період Венери Вовни. Помилка змушувати їх приймати мільйон дрібних рішень, надокучати запитаннями, що мені надіти, що подарувати друзям. Звертайтеся по допомогу до нього тільки тоді, коли це справді важливо. Позбавте чоловіка постійної потреби робити вибір. Екс-чоловік Мерай Кері, телеведучий Нік Кеннон, Терези. У період Венери Вовні в їхній родині стався серйозний розлад, після чого пара роз'їхалася по різних будинках, а пізніше розлучилася. І астропрогноз для Терезів. Будьте гранично уважні у питаннях матеріального характеру. Зірки попереджають про можливі упущення і невдачі, що їх спричинять грошові витрати. Особливо варто бути обачними, здійснюючи вагомі покупки або капіталовкладення. Таким чином, Терези, близнюки і стрільці потрапляють до третьої групи рейтингу з високою схильністю до розлучень. І попереду в нас трійка лідерів у рейтингу знаків зодіаку за схильністю до розлучень. Я розповім, що робити жінкам, щоб зберегти стосунки з чоловіками цих знаків у період Венери Вовни. Зараз я розкажу вам про другий спосіб. Це посадка під солому. Получаємо вже урожай більший. Значить, для того, щоб посадити під солому, ми беремо, спочатку робимо гряду. Лопаточка? Тримають. Тю-рю-рю. Посвящаю тебе в рыцаре. Да, в рыцаре этого. Делаем просто канавку в две стороны. Разрыхляем. Она должна быть не меньше 15 сантиметров. Расстояние посадки можно чуть-чуть сблизить. Это не агроволокно. И эта картошка у нас уже может расти дольше. Она не будет так прогреваться. Это не теплая гряда, как у нас было до этого. Но зато это более поздние сорта и более серьезный урожай, который можно хранить и зимой. На дно гряды мы должны положить удобрение. Удобрение – это тот же компост. Главное не переборщить с ним, потому что иначе он просто пожжет наш урожай. Садим картошечку. Можно картошечки бросить? Богато ли потребно картопли? Как захочешь. Не добро. Богато? Выбирай. Давай по одной. Прежде чем картошку посадить, необходимо еще, ну, как делал я, делали мои родители, мы ее макали в воду. В кетчуп. И потом присыпали ее пеплом. Во-первых, пепел немножко сделать ей защиту. Кроме того, это те же удобрения. Ну, я покажу. Мы вот так вот ее делаем, она у нас вот такая вот уже. Ого, такая стильно. Стильно картопля. Олеже, а можно прямо насыпать туда попел? Можно насыпать. В принципе, можно, если у вас позволяет. Как правило, пепла мало, но если вы каждый день едите шашлыки, то его будет достаточно на вашу сотку. У нас на даче есть печь, поэтому у нас будет с попелом вот. Все окей. Ну, мы давайте здесь присыпем, у нас позволяет. Садим также картошечку. Картошечку лосками кверху. А який урожай при такому способі посадки? Где-то примерно до 600 кг сможете собрать с одной сотки. Это от зависимости от того, насколько плотно вы посадите. Так, мы тоже парочку посадим и все. Дальше мы не присыпаем землей, мы берем солому. Ну, в данном случае у нас сено. Сено тоже подойдет, сено, солома. А роль. Можно питание? Да. Сено, солома – это разные? Да. У меня все с вопросами. Сено – это то, что мы косим траву для коровы, кормим. Это трава. А солома? А солома – это то, что остается от продуктов пшеницы. Ну, то есть выращивается пшеница, срезается вверх. Ну, если... Да, стебель получается. Если я больше часу живу в месте, то чи можу я сказать солома, сено, что это одно и то же самое? То есть тебя порвут селяне просто. Сено и солома. Да. Ну, краще нам все-таки сено. Ну, мы укладываем сено, солому нашу сверху картошки. Это примерно 20-25 сантиметров, чтобы она такой бугорок был. Причем во весь ров, не только там, где картошка, а именно во весь ров. Це багато треба. Да. Ну, солома как бы не является дорогостоящим материалом. К тому же солома сама по себе еще будет как удобрение. При попадании влаги она будет загнивать, этим будет привлекать червей, которые в свою очередь будут давать нам биогумус, и у нас будет, соответственно, удобрение. Женя, подай, пожалуйста, грабельки. Це не грабельки, это гребінець. Це я з ним кожного ранку роблю собі укладку. Стильненько. Да. И мы аккуратно эту соломку буквально чуть-чуть загортаем, для того, чтобы она не разлетелась от порывов ветра. Клубни, когда выйдут, вы их увидите, не перепутайте с сорняком.
Потому что его тут точно не будет, сорняка в соломе. Он будет вокруг максимум. Когда вылезет картошечка, не надо ничего делать, просто наблюдаем и все. О! Мне подобается просто. Просто для ленивых. Вау! Олеже, а как же тогда все-таки с наземными шкідниками бороться? Есть отличные препараты. Ага. Для обработки картофеля и рассады других культур можем использовать специальные средства – инсектициды, которые защищают наши растения от вредителей, способствуют сохранению урожая и при этом очень экономны. Такие инсектициды подойдут не только для картофеля, но и для других культур, таких как помидоры, огурцы, капуста. Он очень удобный в использовании. Одного пакетика хватает ровно на 10 литров воды. Воду я уже подготовил. И все это высыпаем в ведро. Когда мы все это высыпали, надо перемешать. Перемешиваем этот препарат. Должен раствориться в воде. Дальше берем маленькую леечку и наливаем этот препарат в лейку. У таких средств есть ряд преимуществ по сравнению с другими препаратами. При обработке картофеля и рассады они эффективно уничтожают как личинок, так и взрослого жука. И из всех известных препаратов обеспечивают наиболее длительную защиту. Кроме того, такие средства не являются токсичными для растений, а действующее вещество таких препаратов двигается по растению только вверх и не попадает в плоды растения. Поэтому продукты после обработки безопасны. Я приготовил кус картошки заранее, чтобы показать, как обрабатывать его этим препаратом. Пульверизатор подкачиваем и производим поверхностную обработку нашей земли. Оказывается, вот как все просто. Дякую, Олеже, вам за те, що показав такі цікаві способи. Ми подумаємо, які з них виберемо для себе. Мені сподобався більше з сіном чи соломою. Мені здається, що він ще простіший. Дякую дуже за цю зустріч. Дякую. А ви не пропустіть. Просто зараз Каял відкриє трійку знаків зодіаку, які виявилися найбільш схильними до розлучень. Я нагадаю, що з 28 квітня починається небезпечний для шлюбів і стосунків період Венери Вовні, коли люди схильні приймати поспішні рішення. У цей час зростає ймовірність розлучень. Як же поводитися жінкам, які перебувають у стосунках з лідерами рейтингу? Зараз я розповім про це. Ну, а тепер трійка лідерів рейтингу найбільш непостійних знаків. Почнемо зі Скорпіона. У Скорпіонів дуже непростий характер. Жінка цілком може стати щасливою в шлюбі з цим чоловіком, однак для цього їй потрібно бути одночасно і дуже терплячою, і неймовірно пристрасною. Не всі представниці прекрасної статі здатні відповідати цим вимогам. Дружина ніколи не повинна давати чоловікові приводів для ревнощів. Не варто намагатися обдурити Скорпіона, він не терпить навіть найменшої брехні. У період Венери Вовні у своїй обранні Скорпіони шукають рівного партнера. Проявіть себе, похваліться особистими успіхами у своєму хобі, у вихованні дітей, навіть у кулінарії. Скорпіон – музикант Гевін Роздейл, який був одружений з Гвен Стефані. Розлучилися після 14 років шлюбу у квітні 2016-го, у період Венери Вовні. А зараз астропрогноз для скорпіонів. Ваш успіх і добробут у цей період багато в чому залежить від вашої ж активності і цілеспрямованості. Геть відмовки, надмірну самокритику і невпевненість у собі. Дійте, покладаючись на власний досвід. У вас обов'язково все вийде. Другу сходинку посів Овен. Чоловіки цього знаку запальні, нетерпимі до критики, постійно відстоюють свою незалежність і демонструють лідерські якості. Дружина Овна має бути неймовірно терплячою, щоб пережити цей натиск. Овнам загалом, а особливо в цей період, важливо відчувати власну силу і привабливість. Тому дайте йому знову вас завоювати. Для дружини Овна на часі зміна зовнішності. Нова зачіска, макіяж. Зустрічайте чоловіка вдома з прибраним волоссям, в гарному одязі, щоб він поглянув на вас по-новому і захотів знову завойовувати вас, а не когось на стороні. Овен Рассел Кроу розлучився після 9 років шлюбу внаслідок кризи в стосунках, яка сталася у період Венери Вовні. А зараз астропрогноз для овнів. Цього тижня властиве овнам прагнення до досконалості особливо посилиться. Раз у раз ви можете картати себе за минулі промахи, шукати в собі вади. І щоб цей самокритичний
настрій не переріс у депресію, зірки радять не судити себе надто суворо. Частіше хваліть себе, адже приводів для цього буде більш ніж достатньо. І очолює наш рейтинг «Водолій». Основою для сімейного союзу для водоліїв є дружба. Йому важливо відчувати в жінці друга, однодумця. І та представниця прекрасної статі, яка зрозуміє це, зможе бути дуже навіть щаслива в шлюбі з чоловіком водолієм. У період Венери – Вовні дайте партнерові більше вільного простору. Довше проводьте час нарізно. Займайтеся своїми справами без нього. Ідіть у гості до подруг, відпускайте його до друзів. Водолій має відчувати, що він не прив'язаний. Тоді в нього виникне непереборне бажання проводити якомога більше часу поруч з вами. Зоряний чоловік, що належить до знаку водоліїв, екс-чоловік Джулії Робертс, оператор Деніел Модер. Він з'їхав від дружини за тиждень після транзиту Венери Вовні. А зараз астропрогноз для водолія. Водоліями можуть заволодіти емоції. Зірки радять зберігати спокій і ретельно обдумувати все, що ви хочете сказати людям. Є велика ймовірність сварок на порожньому місці, які можуть серйозно зашкодити вашій репутації. Отже, трійка – найбільш схильник до розлучення знаків зодіаку – це Скорпіон, Овен і Водолій.